Обновленным и безопасным таким будет пешеходный мост, ведущим к центральному пляжу через железнодорожные пути. Стройка идет полным ходом, и уже к следующим выходным горожан порадуют открытием переправы. В 2019 году после комиссионного обследования было принято решение закрыть путепровод из-за его аварийного состояния. С тех пор дорога для пешеходов от остановки Речпорт к Волге превратилась в полосу препятствия. Сначала приходилось спускаться по тропе из грунта, а затем идти через железную дорогу. Такой путь к зоне отдыха у воды трудно назвать безопасным. Ульяновцы неоднократно травмировались и жаловались на отсутствие переправы. В прошлом году были отремонтированы лестничные марши, которые находятся дальше, ближе к Речпорту. В этом году, соответственно, обновляется пролет, происходящий непосредственно над железнодорожными путями. Ранее он был в аварийном состоянии. Сейчас он значительно облегчен, то есть с него сняты все бетонные конструкции, остались только двутавровые балки. На них сверху положен сейчас металлический, легкий, но прочный настил. Еще пара штрихов, и безопасный привычный путь к центральному пляжу снова начнет функционировать. На следующей неделе приварят перила, и можно смело идти на пляж. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.